Из криминальной хроники. В Москве ограблен дом Димы Билана. Все произошло в элитном поселке Рассказовка. Сам певец и его официальные представители от комментариев воздерживаются, но косвенно налет на коттедж подтвердили. По сведениям ряда СМИ, грабители вынесли деньги и ценности на сумму около 9 миллионов рублей. В правоохранительных органах столицы, не уточняя личности владельца дома, заявили, что уже открыто уголовное дело. На месте происшествия зафиксированы следы взлома. Следователи опрашивают соседей и изучают записи с камер видеонаблюдения.